Наташа Башилба, доносок. Да, станция Ржаница. Вот недавно церковь построили. Были такие, помните, разрушена теплосеть, за хамом стоят какие-то объекты, остались фирмы, заборы разрушены. Вот вроде вот честные были на каждом красном ключе, все разбито, разрушено. Здесь когда-то баня была, уже лес растет, так что так это нет. Лечка уже. Сейчас сажается, вон там продолжается рисочком.